сердца. А ситуация, и сейчас Мануша была перед Кирилком. Что здесь случилось? Ека я верю. Давай. Дай Бог счастья, радости, люди вам. Здоровья. Снимай. Здесь вот брат Владимир обратился к людям, чтобы на его дочь какое-то слово неправильно вынес. Ее муж. Сейчас вот отец этой девчонки, он расскажет подробно. И все, и дядя вот этого мужа, он тоже скажет свое слово. Что это все неправильно? Уважаемая Таня, здоровья всем, благополучия, радости. В общем, мои дети разошлись. Зять уехал. Зять написал в интернете глупости. Поставил мою дочь со своим двоюродным братом, сам же сыном. Вот. Написал там глупость, дурость. Со злостью, ну, он говоришь, это делал, не со злостью написал. Что, что она прогулялась, что она нехорошая. Ну, мне стыдно говорить, дядя. Что, слух? Ну, все равно. Ну, очень плохо написал. Вот, поэтому вот мы собрались, я хочу спросить у Хамзы, а Хамза должен мне ответить за своего сына, что, как, что было, как было. Мы знаем, что это мальчик молодой, этого не было, ничего. Ну вот есть. Можно один отец, вопрос? Да, конечно. Сейчас присутствует человек этого сына, отец, и он, да. Отец этого сына, и он сейчас даст опровержение, зятя моего зятя. Даст опровержение, что это все было со злости. Да, конечно, со злости. Пожалуйста, брат. Дайте слово человеку. Со злости, говно. Скажите, ну, пожалуйста, вот сюда. Брат, тебе здоровье, благополучие. Скажи, как это. Твой сын, брат, что твой зять дуречий, племянник, что сама с ума зашел. Ну, что, сдурил, жив, а потом раз, и все. Ой, нет, это на том кажется, что он жил. Твой сын. Ты расскажи, как ты с ним разговаривал, что разговаривал? Да что, брат. Ругали вы его? Ну, как? Сказали, что вы неправильно сделали. Ну, а я, а вы скажете, брат, я со злости. Со злости. Вот вы скажите сюда людям, чтобы они поняли, что это было все со злости. Да, это все понятно, я кажу, как это так, не может такого быть. Хамза, братик, ну это нам понятно. А люди весь мир знают, понимаешь, его знает весь мир. Да, понятно. Кинули в контакт, и каждый человек ему звонит, понимаешь? Да. И нам надо, чтобы ты сейчас, чтобы ты сказал, что... Тебя знают, это надо, чтобы у сына поклёб жить вообще. Ну, это правда. А я тебе скажу, братки, твои породы не тоже знают, а мы знаем. Надо просто там все выяснить. Все правильно. И забыть. А этим людям, они будут жить с этим камнем, и им очень будет стыдно. Ну вот самое главное, самое сейчас главное, чтобы люди поняли, что действительно вот сидит отец этого ребенка, что муж это неправда, жена, это наговор. И поэтому дает опровержение. Пожалуйста. Так у них смысл, о, что они разошлись, я сам не знаю. Я снял, я за этого. Нет, она, скажем, вроде, Мишка, ты мне надоел. Не, его Мишка. О, Шмилька. Послушай, там, за Мишка вымыть ковыги с собой. Это уже просто... Не, Мишка, тут я был, Мишка. Мы с похором приехали, она, говорит, заходит. Mm. Она, говорит, ты мне надоел, можешь уезжать обратно. Ну, короче, я не знаю, вы что... Вы не знали. Ну, говорите, это я... Это их интересно. Люди добрые. Что? Он сказал, что он со зла написал. Да. Все. Все, больше... Вопросов нету, Тамаран. Вы слышали, молодой человек? Нет, слышали, правильно или нет? Было все со зла. Значит, опровержение это силу входит. Я пожалуйста, конечно, не знаю, чтобы ему в роте было одному моему его племяннику. Да, потому что Миша не пришел, пришел дядько, пришел. Вот, дядя, я давай. Только одно скажу, дай Бог, чтобы эти люди сошлись и жили. Все в жизни бывает. На долго ты волбаса степен. А то мы чего постоянно... Буракин, ты раскидываем, дай Бог вам на 100 лет вашей жизни. Собрать дитина молодая, пацан, 16 лет. И лечи на них некрасивые, мать никогда неприятна. Понимаешь, за какую-то мою голову вот это разговаривают, это вести разговор. Вот это. Разобрались, брат? Все, вопросов нет. КМА нужно в отличие не имеет. Все, ничего не имеет. КМА нужно в не имеет. Все, КМА. Засыпать ему гораздо тоже. Все, Шунде. Дай Бог вам здоровья.